как нужно пить ликеры. И правильный ответ тут будет залпом, но сегодня мы поговорим не об этом. Для некоторых ликеров есть свои традиционные способы подачи. Например, мы все знаем, что в самбуку иногда кидают кофейные зерна, но для чего нужен этот ритуал? Или, допустим, как в Италии бесплатно получить рюмку лимончелло. Всем привет! Вы как раз-таки находитесь на канале Yellow Limoncello, и это канал про алкогольные напитки и не только. А сегодня я вам отвечу на все выше поставленные вопросы. Все мы знаем, что из-за сахара в составе ликер может вот так вот засахариться, и его потом будет сложно открыть. Поэтому я даю первый совет для любителей ликеров. Берите такую одноразовую тряпку, намочите ее и протирайте горлышко после каждого употребления. Возможно, кто-то меня сейчас и осудит, но я недавно чуть ли не плоскогубцами вскрывала одну из своих бутылок, так что я считаю это полезным советом. И сразу же второй совет. Не употребляйте коктейльные линейки ликера в чистом виде. Вы их узнаете сразу. Во-первых, они очень яркие. Во-вторых, это огромное разнообразие вкусовых ликеров у одного производителя. Например, Боллс, Манин или Венекер. При большом желании, конечно же, можно выпить пару шотов. Но это очень насыщенные ликеры. Они слишком сладкие, сильно концентрированные и имеют в составе ароматизаторы и красители. От Блю Кюрасао ваш язык точно станет синим, да и к тому же пить такие ликеры невкусно. Итак, как же пьют ликеры из категории крепких? Принято делать это не спеша, маленькими глотками. Впрочем, на самбуку и Ягермастер такой подход не распространяется, их пьют залпом. Ягер можно употреблять как сильно охлажденным, так и доведя его до комнатной температуры. Теплым он тоже вполне себе хорош. Очень часто можно также встретить такой подход, как замораживание рюмок. Помимо того, что у вас будет ледяной ягер, у вас еще будет и ледяная рюмка. Кстати, данный ликер еще употребляют в качестве профилактики от простуды, так что если что, вы не бухаете, а лечитесь. Что до самбуки, то ее пьют как вполне традиционно, так и с огнем, то есть с поджигом. На родине ликера, в Италии, его принято пить из рюмок, в которые кидают 3 кофейные зернышка. И этот ритуал имеет определенный смысл. Зерна кофе символизируют здоровье, благополучие и счастье. Выпили ликера, закусили этими самыми зернами. Между прочим, кофе можно сочетать с самбукой и в более привычном для нас виде. Выпил шот самбуки и запил ее американо, например. Десертные ликеры. Как же пить напитки такого рода? Это классический дижестив, который подают в конце обеда или ужина. К примеру, амаретто. Это, наверное, самый универсальный вариант. Его можно пить и в чистом виде, и в коктейлях, добавлять в чай или кофе, и также использовать в приготовлении сладких десертов. Разумеется, кремовые ликеры – это дижестивы. Пить их можно как в чистом виде, так и со льдом из стаканов для виски. Перед каждым употреблением сливочного ликера его рекомендуется взболтать, так как все-таки в составе есть сливки и нужно хорошенечко их стряхнуть. Пить такого рода ликеры рекомендуется не спеша, маленькими глотками. Шоколадные и всякие вкусовые употребляются в основном в чистом виде, а вот Irish Cream отлично сочетается с кофейными напитками. Необходимо также понимать, что сливочные ликеры нельзя смешивать с кислыми соками. Сливки могут свернуться и напиток будет испорчен. Да, я понимаю, что многие коктейли в своих составах имеют как кислую часть, так и сливочный ликер. В этом случае нужно быть очень осторожными. Добавляйте кислые соки лишь в конце и быстро начинайте смешивать напиток. А вот ликер Шеридан пьют по-особенному. Бутылка его включает две емкости с ванильно-сливочной и кофейной жидкостью. Наливаю данный ликер в рюмки со льдом, одну часть ванильного и две части кофейного, а употребляют как настоящий десерт, сочетая с шоколадом и мороженым. Перед тем, как подавать лимончелло, охлаждается не только сам ликер, но также замораживаются рюмки. Данные ликеры могут быть от 15 до 40, а иногда даже 45 градусов. Пьют лимончелло маленькими глотками и как только бокал нагрелся, меняют посуду. Даже самый крепкий лимончелло итальянцы не закусывают. Пьют его и до, и после еды, но больше все-таки после. Кстати, самая дорогая бутылка лимончелло была продана за $1 миллион.
Итальянцы не только гордятся своим лимончелло, но также верят в то, что он способствует пищеварению. Ну и главный вопрос, как получить бесплатно лимончелло? А все очень просто, его приносят как комплимент вместе со счетом в любом ресторане. Кокосовый ликер принято пить либо как самостоятельный напиток, ликер предварительно охлаждают до 8-10 градусов и пьют в качестве дижестива, то есть подавая под конец трапезы. И второй способ употребления – это подавать напиток с яблочным, апельсиновым или ананасовым соком, а также можно мешать с кока-колой. Главное правило подачи такого ликера – это подача 1:2, то есть налил 50 мл Malibu, наливай 100 мл сока. Ликеры за счет своей сладости хорошо сочетаются с десертами. К шоколадному торту, да и в целом к выпечке, правильным выбором будут шоколадные, кофейные и ореховые ликеры. Они же станут подходящей парой и к горькому шоколаду. Еще один способ, как пить сладкий десертный ликер, это вместе с мороженым, причем можно как запивать, так и поливать десерт. Компанию фруктовым и ягодным ликером составят салаты из фруктов и выпечка с ягодной или фруктовой начинкой. Можно подавать и свежие фрукты, например, к цитрусовым ликерам подойдет киви, к малиновому персик, а к клубничному банан. Если в ликере есть мятные оттенки, то хорошей закуской станут черника или ежевика. А вот с чем же пить травяные ликеры, так это с орехами и сухофруктами. Они сгладят горчинку и добавят вкусу объема. Кроме того, достойную партию ликера могут составить и другие алкогольные напитки, такие как джин, бренди или коньяк. Это сделает ликер менее сладким, а также придаст крепости и аромат напитку. Рекомендуется сочетать ликер с тем спиртным, на основе которого был сделан он сам. Ну, например, Куантро с водкой, Адвокат с бренди, ну а Бейлис, конечно же, с виски. Ну и, конечно же, все ликеры без исключения можно замиксовать в коктейлях. А на этом у меня все. Вы были на канале Yellow Limoncello. Не бойтесь дегустировать и пробовать. Всем пока!